Құрметті Бақытжан Абдырұлы, құрметті отырысқа қатысушылар, үкімет мүшелері, Ақбұлақ бағдарламасы іске асырылған 11-15 жылдар аралығында орталық су жүйесімен қамту қалаларда 5%-ға, 82%-дан 87%-ға дейін өсті. Ауылдарда 9%-ға, 42%-ға дейін, 51,5%-ға дейін өсті. Орталық су бұру жүйесі қалаларда 8%-ға, ауылдарда 2,2%-ға ұлғайды. Су құбырларының тозуы 6,1%-ға, 67,9%-дан 61,8%-ға дейін төмендеді. Су бұру желілері 5,9%-ға төмендеген. Осы мақсатта республикалық бюджеттен 396,7 миллиард теңге бөлінді. Қала мен ауылдарда сумен қамту және су бұру саласында 1493 жоба іске асырылған. Үшінші слайдтың ақпараты, биыл нұрлы жол және өңірлерді дамыту бағдарламалары арқылы 75 жобаны іске асыру үшін 62,1 миллиард теңге бөлінді. 17-ші жылға 153 жобаны іске асыру үшін 33,5 миллиард теңге көзделіп отыр. Оған қоса халықаралық қаржы ұйымдары мен өзге де қаржы көздерін тарту тетіктері енгізілді. Ол сумен қамту жүйесін дамыту үшін бюджеттен тыс қаржы табуға ынталандырады. Бүгінгі таңда халықаралық қаржы ұйымдарынан 17,9 миллиард теңге тартылды. 4-5 слайдтар. 4 және 5 слайдта 2016-17 жылдары өңірлерді сумен қамту бойынша жобаларды қаржыландыру сипатталған. Өңірлерде жалпы ауылдық елді мекендерді дамыту жобаларын мемлекеттен қаржыландыру, ал қалалық елді мекендерді бюджеттен тыс көздерден қаржыландыру ұсынылады. Коммуналдық және жекеменшік су арналарының тәжірибесі халықаралық қаржы ұйымдарының қаржы тарту және ұлттық қордан қоса қаржыландыру арқылы іске асатын жобалар қалада мемлекеттік бюджеттен тыс жүзеге асатынын көрсетеді. Бұл жұмыс келесі жылы да жалғасады. Бүгінгі таңда Еуропа қайта құру және даму банкі алдын ала келісімдерге қол қойған және 4 су арнасын қаржыландыру жобаларын дайындап жатыр. Ол Қостанай су 4,2 миллиард теңге, Көкшетау су арнасы 3,3 миллиард теңгеге жобалар, Семей су арнасы, Өскемен су арнасы. Сондай ақ қаладағы су арналарын бюджеттен тыс қаржыландыру көздерін құру үшін Қазақстандық даму институттарын Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі мүмкіндіктерін пайдалану ұсынылады. 7-ші слайд. Жер асты су қорының геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу және халықты ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша жоспарланып отырған жобаларды одан әрі жетілдіріп, деректерді жүйелеу сумен қамтамасыз етудің маңызы белгілі. Осы жылы геологиялық барлау жұмыстары 6,5 миллиард теңге сомасына 35 кен орнында жүргізіліп жатыр. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, бүгінгі елді мекендерді сумен қамту жолында бірқатар проблемалары да бар. 8-9 слайдтар. Біріншіден, областық орталық пен ірі қалаларды сумен қамтамасыз ету. Ақбұлақ бағдарламасын іске асыру шеңберінде сумен жабдықтау және су бұру жүйелері зерттелді. 53 қала бойынша инвестициялық негіздемен бағдарламасы әзірленді. Нәтижесінде сектордың жалпы инвестициялық қажеттілігі 1,97 триллион теңгеден асады. Бұл республикалық бюджетке қаржыландыруға қаржы жетпейді. Су арналарының нормативтік ысырабасы 17,23% құрайды. Тарифтердің өсуін ескере отырып, қалалық елді мекендерді су арналарын қаржыландыру бойынша бюджетке түсетін жүктемені төмендету орынды деп санаймыз. Бұдан басқа ірі қалаларда қалалық коммуналдық су арналарының тиімсіз менеджменті байланысты су ресурстарының ысырабы көп, тарифтер мен қаражаты жинау деңгейі төмен. Осы орайда ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау проблемасын шешу үшін мемлекеттік жекеменшік әріптестік қатынасын енгізу ұсынылады. 10-11 слайд. Сумен жабдықтау және су бұру секторын дамыту үшін халықаралық тәжірибені талдау барысы жеке капитал тартудың тиімділігін көрсетеді. Қазіргі уақытта сумен қамту нарығында жаһандық Veolia, Raimondis, Viewin және басқа да ірі компаниялар бар. Әлемде кеңінен тараған жобалар мыналар: концессиялар, жалға беру, басқаруға арналған келісім шарттар. В целом общая сумма по всему миру заключенных государственных контрактов по ГЧП в сфере водоснабжения и водоотведения с 2005 года превысила 11 миллиардов долларов США.
Как было отмечено, в мире есть ряд крупных компаний, которые занимаются как раз менеджментом городских систем водоснабжения с применением наиболее ведущих и передовых технологий. Всемирный лидер в этой сфере – это компания Veolia Water Solutions. В инженерных разработках управления водоканалами на территории Содружества независимых государств такие контракты внедрены в таких крупных городах, как Ташкент, Самарканд, Омск, Югводоканал. И в частности, данная компания осуществляет управление полностью водоканалами данных городов. В целом же, для решения вопроса водообеспечения в городских населенных пунктах предлагается рассмотреть возможность реализации проектов в сфере водоснабжения в городах по принципу государственно-частного партнерства с созданием единого оператора, осуществляющего управление совместно с техническим партнером, обладающим соответствующим опытом и знаниями. Считаем целесообразным привлечь частного партнера с инвестиционными возможностями, затраты которого будут возмещаться через различные механизмы, предусмотренные законом о государственно-частном партнерстве. В зависимости от особенностей отдельного водоканала необходимо разработать оптимальный механизм возврата инвестиционных затрат, такие как возмещение через тариф, прямая компенсация, субсидии от государства и ряд других. Как было уже отмечено ранее в докладе, общее обследование водоканалов городских систем водоснабжения показывает, что потребность в инвестициях в данный сектор превышает 2 триллиона тенге. Конечно, для бюджета такие суммы являются неподъемными в ближайшее время. Ну и в целом в городских населенных пунктах имеется большой потенциал для применения государственно-частного партнерства. Как пример, мы демонстрировали, что ряд городских водоканалов уже начали реализацию проектов за счет привлечения внебюджетных средств от международных финансовых организаций. Как я уже говорил, более 17,9 миллиарда тенге в рамках проектов с международными финансовыми организациями были привлечены. Проекты уже успешно реализуются и ведется системная работа. Мы как министерство предлагаем, начиная с 2017 года, больше упор сделать на финансирование водоснабжения в сельских населенных пунктах, потому что в городских населенных пунктах имеется возможность для привлечения внебюджетных средств. В настоящее время нами совместно с ЕБРР готовится пайплайн или, скажем так, перечень проектов, которые на следующий год могут быть реализованы за счет привлечения внебюджетных займов. Слайд номер 13. Водообеспечение сельских населенных пунктов. Сектор сельского водоснабжения в целом, по нашим оценкам, не является инвестиционно привлекательным для частного капитала, так как здесь очень много таких факторов, влияющих на себестоимость подачи воды. Это отдаленность сел друг от друга, численность населения, высокая себестоимость как следствие оказываемых услуг. По состоянию на 1 октября текущего года из 6670 сельских населенных пунктов обеспечены централизованным водоснабжением 3616 или 53,8%. Из оставшихся необеспеченных 3054 сельских населенных пунктов в 2294 селах проживает менее 500 человек. Такая плотность населения, соответственно, недостаточна для создания экономически обоснованной и финансово доступных централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Существующие тарифы в сельских населенных пунктах зачастую при строительстве систем водоснабжения являются неподъемными для населения и неокупаемыми с точки зрения дальнейшего возврата инвестиций. В зависимости от региона тарифы варьируются от 9 до 4 тысяч тенге за кубический метр воды. В результате на большей части территории Казахстана услуги водоснабжения и водоотведения субсидируются, и реализация проектов несколько задерживается, так как все построено только на бюджетное финансирование. Слайд номер 14. Из 313 опорных сельских населенных пунктов с численностью 929,5 миллиона тысяч человек не имеют централизованного водоснабжения в настоящий момент 62 опорных села. Из них 20 приходится на Павлодарскую область. По вашему поручению, Бахчан Абдирович, мы сейчас рассматриваем, что в первоочередном порядке водоснабжение было организовано именно в райцентрах и опорных селах. Из 170 районных центров по Республике Казахстан не обеспечен централизованным водоснабжением один районный центр, это центр Баянаульского района. Слайд 15-16. Для решения вопроса водообеспечения в сельских населенных пунктах предлагается, во-первых, для рационализации управления водоканалами сельских населенных пунктов рассмотреть возможность передачи в единое управление тех систем водоснабжения, которые подвешены
групповым водоводам в передачу РГП «Казводхоз». Одна из таких крупных проблем, которые есть в сельской местности, это эксплуатация построенных систем водоснабжения. Зачастую численность населения, как я уже говорил, тарифа недостаточно для того, чтобы на самоокупаемой основе эксплуатировать системы водообеспечения. Это приводит к тому, что у многих эксплуатирующих организаций созданных, во-первых, они мелкие по своему размеру, во-вторых, у них нет достаточного объема ресурсов, которые бы позволили им иметь у себя на балансах и содержать штат необходимых техников, поэтому, которые могли бы обеспечивать бесперебойную работу водоканалов. Поэтому одно из решений, те водоканалы, которые подключены к групповым водоводам, рассмотреть их передачу в РГП «Казводхоз». Данное предложение мы рассматривали на совещании под руководством Аскара Исабековича, и в целом этот подход нашел поддержку. Сегодня РГП «Казводхоз» обслуживает групповые водоводы и одновременно могло бы обслуживать в том числе и системы водоснабжения сельских населенных пунктов, подключенные к данным групповым водоводам. В качестве примера можно привести эффективность работы ОДСП «Арал», это филиал «Казводхоза» в Кызылординской области, который позволяет управлять всем циклом водоснабжения, водообеспечения в сельских населенных пунктах данной области, начиная от источника до конечного потребителя. Второе. В целях оптимизации расходов на содержание разрозненных водоканалов целесообразно рассмотреть возможность укрупнения оператора водоснабжения, в том числе путем присоединения сельских водоканалов к более крупным, то есть укрупнять эксплуатирующие организации, присоединять небольшие эксплуатирующие организации, созданные для обеспечения постоянного водоснабжения в отдельных сельских населенных пунктах, более крупным или укрупнять их на уровне района. Соответственно, с местными исполнительными органами в случае поддержки данных предложений соответствующая работа нами будет проведена. В-третьих, считаем необходимым возобновить нереализованные принципы системного комплексного подхода, которые предусматривались в программе «Акбулак». Эти подходы содержат принципы отбора проектов питьевого водоснабжения в соответствии с установленными критериями. То есть первое и самое главное – это привязка к численности населения в сельских населенных пунктах. Мы хотели привести в качестве примера один из проектов, реализованных за эти годы в Костанайской области. Это Терсаканский групповой водовод, который обеспечил водой около 5 сел с численностью, все они с численностью где-то менее 200 человек. В итоге тариф, который им был утвержден для того, чтобы подавать воду на безубыточной основе, составляет почти 18 тысяч тенге. То есть естественно, что численность населения не позволяет содержать такую инфраструктуру. Сегодня соответствующее субсидирование осуществляется, но с точки зрения экономической целесообразности, конечно, этот проект, наверное, должен был бы реализовываться другим образом, и водоснабжение в эти сельские населенные пункты должно было быть подано в рамках более экономичного проекта. Поэтому в рамках этой работы акиматам следует вновь внимательно проанализировать перспективность развития сел с населением до 500 человек. По республике, как мы уже отметили, их более 2294, и эффективность обеспечения централизованным водоснабжением. В этой связи считали целесообразным критерии отбора вновь утвердить по отбору проектов водоснабжения в сельских населенных пунктах. Слайд номер 17. Для решения вышеуказанных проблем необходимо проработать по нашему предложению заинтересованными государственными органами следующие вопросы. Первый. По передаче подвешенных групповым водоводам сельских населенных пунктов в единое управление РГП «Казводхоз». Второе. По укрупнению водоканалов путем объединения нескольких водоканалов по региональному признаку с тем, чтобы в сельских населенных пунктах обеспечить достаточно сильную эксплуатирующую организацию. Третье. По пересмотру критериев по обеспечению централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов и целесообразности установок альтернативных систем водоснабжения, таких как групповых колонок, водоснабжающих, которые бы обеспечили снабжение малых сельских населенных пунктов чистой питьевой водой, и мы бы ушли от необходимости постоянной доставки воды там, где осуществляет, нету своего собственного источника. По передаче вопроса водообеспечения в городских населенных пунктах рассмотреть возможность создания единого оператора для концентрации вопроса водообеспечения в одном центре, привлечения новых технологий в эту сферу и поиска стратегического инвестора такого уровня и масштаба, как вот ряд крупных мировых компаний, реализующих на территории даже СНГ проекты в крупных городах.
Пятое. По дальнейшей коммерциализации водоканалов на принципах государственно-частного партнерства, активному привлечению ресурсов международных финансовых организаций для того, чтобы обеспечить систему водоснабжения из небюджетных источников по городским населенным пунктам. В целом, Бахчан Абдирович, это предложение, которое мы предварительно прорабатывали с заинтересованными отраслевыми органами. Доклад окончен. Рахмет. Сұрақтар бар ма баяндамашыға? Отырыңыз.